Главный вор России, 54-летний Олег Шишканов по кличке Олег Шишкан, задержан в Московской области. Совместную операцию провели сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел Следственный комитет Российской Федерации, Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации и ФСБ России. По данным следствия, вор в законе Шишканов, Шишкан, причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Сказано в заявлении пресс-службы Следственный комитет Российской Федерации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Шишканов проверяется на причастность к другим преступлениям. По данным неназванного источника Интерфакса, подозреваемого задержали на его даче. Убийство Сидоровой и трех членов ее семьи произошло в 2012 году. Олег Шишканов, Шишкан, Олег Раменский, родился в 1964 году в Раменском Московской области. Он получил должность после того, как прежний главный вор России, 64-летний Захарий Калашов по кличке Шакромола, отправился на 10 лет в колонию. На съезде воров в Лужниках в августе 2018 года Шишкан единогласно был выбран новым главным вором страны. Единственный, кто не признал результаты голосования, были не присутствовавшие на съезде Сорока 6-летний Надир Салифов по кличке Гули. Он сам является претендентом на титул главного вора в России, но сейчас скрывается за рубежом, так как МВД России объявило его в розыск через Интерпол. Гули контролирует почти все рынки страны, и первыми ему присягнули торговцы из Свердловской области. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.